Всем привет, с вами Прия. Знаете, одевание в миф-плюсах достаточно классное. Вы лутаете некоторое количество шмота, чем выше ключик по своему уровню, тем больше шмота вы лутаете, тем больше полезного шмота, возможно, вам упадет. А если вы возьмете представителей своего класса или людей, допустим, с которыми вы носите общие реликвии, то вы можете друг другу их передавать, при условии, что у вас есть такая же реликвия, только большего эквипа. Вот. 7.3 в обновлении будет рейд, который, конечно, откроется не сразу, это все дело понятно, и с него будет падать 960-й лут. С последнего босса в этом рейде 970-й и выше. Следовательно, будет повышение максимального эквипа. Это вполне логично. Также поднятие наград с обычных мификанстов. И, само собой, поднятие наград с мифических плюс подземелий. По этому поводу я подготовил таблицу с примерным лутом из этих режимов. Старых, третьих ключей, 14-х, 15-х и, разумеется, недельные награды. Взяв за первое число тот лут, который я получил при прохождении второго ключика на ПТР, и взяв конечную цифру в виде максимальной недельной награды с 15-го ключа при копировании персонажа с живой версии Варкрафта на версию ПТР. Все эти таблицы в виде картинок вы можете найти в моей группе ВКонтакте. Разумеется, ссылочку я дам в описании. Всех вам благ, счастья там, здоровья, как говорится. Участвуйте в розыгрыше ВКонтакте, может, вам там повезет, жетон выиграете. Легендарок побольше, конечно же, куда же без них. И берегите ноги. До скорого!